Гагаджет представляет дайджест интересных новостей. Евросоюз внес спиннеры в список опасных для здоровья детей товаров. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии за 2017 год. Причиной внесения в реестр называют мелкие детали, которые могут проглотить дети. Спиннеры не соответствуют стандартам безопасности ЕС. Более того, в документе содержится рекомендация запретить продажу вертушек. В 2017 году спиннеры слишком часто попадали в систему оповещения об опасности, обогнав даже автомобили. Американская команда Icon вместе с благотворительной компанией New Story разработали технологию, позволяющую распечатать одноэтажный дом в течение 12-24 часов. Здание на 60 квадратных метров обойдется в США примерно в 10 тысяч долларов и построится меньше, чем за сутки. После печати стен устанавливаются окна, крыша, монтируется сантехника и электропроводка. Весь период работ, включая отделку помещений, занимает менее одного дня. В будущем эту работу хотят возложить на роботов и дронов. В своей разработке команда использует строительный 3D-принтер «Вулкан», который можно легко разобрать и переместить. Британский магазин The Foundry выпустил чайник в форме блестящего шлема Дарта Вейдера. Чайник кипятит воду с едва сдерживаемой яростью, а его свисток настолько мощный, что способен пробудить силу. Ручка в виде светового меча всегда холодна, как сердце ситха. Что может быть лучше, чем поразмыслить над планами порабощения мира за чашечкой хорошего дарджилинга? Над дайджестом работали Антон Янковский, Богдан Чуб, Виталий Бондарь. Заходите на Гагаджет, подписывайтесь на нас в социалочках.